Ко мне обращаются различные предприниматели из творческого бизнеса, и у них встает вопрос, вот, карьера, развитие, рост, медийность или все-таки семья? Вот у вас есть опыт, замужем, семья есть, как это совмещалось-то? Есть совет начинающим? Да, но у меня муж тоже музыкант и тоже певец, поэтому в этом смысле мы как-то хорошо понимаем друг друга с собой и на съемки, и на выступления. И если, конечно, не можем тогда у нас бабушки, не решали, что вот или семья, или карьера. Мы пытаемся делать и то, и другое. Не всегда, конечно, на 100% получается. Иногда очень много выступлений, думаешь, так, мать года. Иногда бывает, ну, у всех бывает, это даже, может, не связано с выступлениями. Иногда дома сидишь и думаешь, боже мой, сколько можно про динозавров разговаривать? Я уже не могу читать про динозавров, дайте мне на сцену одеть какие-то пайки и выйти.